Всем привет, мои хорошие, мои друзья. Лазила сейчас в поиски в YouTube, искала рецепт цукаты не с грейпфрута, а из апельсинчиков. И наткнулась на свой ролик. Вот мой ролик, вот она я. Ну, находится он на другом канале. Кто-то создал свой канал и просто туда воровал ролики чужие. И у себя их опубликовал. Здесь у меня 247 просмотров. А на моем же ролике там около 80. Ну, человека здесь 32 подписчика. Есть вот оригинал. Ссылочка. В принципе, вот они. Мой канал. А ну вот 80 просмотров. То есть украли ролик. Довольно обидно, знаете. Здесь, конечно, комментарии есть. Я думала пожаловаться. Вот, но тут не знаю даже. Знаю, что если пожалуешься, то можешь лишиться своего канала. Поэтому... И к тому же я узнала, что этот канал уже не особо существует, я так поняла. То есть вот тут 11 месяцев назад, это означает то, что довольно давно уже не пользуются им. Просто Россия, вон, видите, человек скрывает свои данные. Блин, ну это обидно, правда. Действительно обидно. То есть тут также находятся и ролики, я так понимаю, других людей. Ставят просто фотографии не настоящие, потому что тут у меня стоит совершенно другая фотография. А здесь вот поставили другую. То есть, в принципе, они в конце у меня выглядят вот так вот. А еще 8 лайков. У меня вообще всего один лайк. Это довольно обидно. Вот, и сейчас мы, наверное, напишем здесь комментарий. Что напишем-то? Что я хотела написать, я уже забыла. Отправим смайлик. Только придется его поискать еще. Злобный, потому что, честно говоря, мне было это очень и очень неприятно. То, что без моего ведома просто взяли и украли ролик. Хотя бы написали о том, что ну, можно взять ваш ролик. Ко мне, допустим, я создала вот группу «Сладости там всего мира». И хочу еще и ваш ролик тоже опубликовать. То есть было бы хотя бы, если бы вот так вот, ну, не знаю, я подумала бы. А так человек, считайте, хотел заработать денег за чужой счет, можно так сказать. То есть я старалась, да, записывать этот ролик, может быть бы у меня было больше просмотров, то есть а тут получается меньше. Ну, название, конечно, здесь другое. Я там немножко сглупил, немножко другое у меня название. То есть это неправильно, я считаю. Напишите свой комментарий, как считаете вы, что вы думаете обо всем об этом и что же здесь нужно делать. А у них, кстати, есть еще группа ВКонтакте, где 60 человек. Щербет, пахлава. А ну вот есть, пожалуйста. Есть человек, который ворует ролики. Нет, это не мой. Но она, в принципе, тоже брошенная. 2019 года. Тоже брошенная. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите свое мнение, что вы об этом думаете. И всем пока-пока.